فزت ورب الكعبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صل على علي ابن موسى الرضا طوال التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья и сестры я приветствую вас как всегда на телеканале Хади ТВ 3 и на передаче которая посвящена Фатиме Захре саллаллаху алейха то есть ее мученической смерти и мы продолжаем шейх Курбан нашу передачу в первую очередь хотелось бы естественно поприветствовать его шейх Курбан саламу алейкум алейкум ассалам рахматуллахи баракатух шейх Курбан ну, мы продолжаем с вами наш разговор о тех событиях которые произошли после смерти посланника Аллаха и одним из этих событий было нападение на дом Фатимы Захры мы на прошлой передаче начали это обсуждение и мы с вами ссылались на суннитские достоверные источники, где указали на этот факт, то, что действительно было такое нападение именно на дом, именно угрожение поджогом. Вот. Хотелось бы продолжить, и какие же действия предприняли те, которые находились вместе с Фатимой Захрой в этом доме, и что происходило дальше? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей. По поводу упомянутого вами события, а именно события, связанного с угрозами поджечь дом ее светлости Фатимы Захры, саламуллаху алейха. Я, честно говоря, не хочу вдаваться в подробности. Угу. Очень много здесь разных преданий, надежных, ненадежных, слабых, сильных и так далее, которые описывают те или иные детали, те или иные события, происходящие вокруг этого собрания некоторых мухаджиров. В доме ее светлости Фатиме Захры, саламуллаху алейха. Не хочу углубляться в детали. Угу. Не вижу в этом большого смысла. Концептуального, какого-то значительного смысла в этом просто-напросто не вижу. Например, я уточню, о чем идет речь. Например, в некоторых преданиях говорится о том, что были избиения, в том числе были нанесены некоторые удары ее светлости Фатиме Захры, саламуллаху алейха. В некоторых преданиях это говорится. Ну и так далее. И таких деталей там много. Не хочу касаться этих вопросов и таких моментов. Ну, одно мы выяснили, то, что само угрожение это было. Да, то, что происходило дальше, это, может, и не стоит сейчас упоминать, но в любом случае... Нет, я хотел бы именно коснуться значимости этого события. То есть, что это все, смысл всего этого? Uh-huh. Что, в чем заключался смысл всего этого? И поэтому нам сначала необходимо рассмотреть эти основные моменты этого столкновения. Uh-huh. То есть, мы некоторые значимые и важные моменты этого столкновения. Предположим, что ударов не было, что никто никого не бил, никого не ударял. И даже более того, и угроз не было, предположим, допустим. Что никто никого не сжигал, и никто дом не сжигал, не поджигал, дом не поджигал. То есть ничего такого не было. Физического столкновения, одним словом, не было. Но что мы здесь наблюдаем? То есть однозначно и всеми принято, и все это признают. Во-первых, мухаджиры
собрались в доме ее светлости Фатимы Захры, саламу алейха. То есть, с одной стороны, мы наблюдаем мухаджиров, который «гадеба риджалюн миналь мухаджирин фи бейат Аби Бакр», как говорится в предании из Ас-Сунны Абдуллы ибн Ахмада ибн Хамбала. То есть, группа мужчин из числа мухаджиров, группа людей из числа мухаджиров были недовольны присягой Абу Бакру и собрались «фадахала» Бейта Фатима, и собрались в доме ее светлости Фатима Захра, саламу алейха. Дахала, имеется в виду, двое вошли, имеется в виду Зубейр и его светлость Али бин Аби Талиб, хотя там были и другие. То есть он там в предании говорит именно про этих двух людей. Да, сначала возник такой вопрос, почему вы сказали Дахала, то есть два человека вошли. Да. То есть, с одной стороны, есть недовольство, есть противостояние, есть неприятие. И неприятие, причина неприятия совершенно очевидна и понятна с учетом того, что мы говорили ранее. Почему? Потому что его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал все, чтобы Абу Бакр не стал халифом. Все, что он мог. Назначил его светлость Али бин Аби Талиб, алейхиссалату вассалям, своим наместником. Причем повторял это неоднократно. На горе Арафа повторял, в Гадир Хуме повторял, потом пытался составить письменное завещание. И самое важное, приказал Абу Бакру уйти из Медины. Обратите внимание, говорят, что когда Абу Бакр стал халифом, он сказал, что я не могу ослушаться посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, я сделаю то, что он сделал. И поэтому отправлю это войско на войну с Византией. Не совсем понятно, почему он так сделал. Ну, якобы он хотел исполнить последнее желание посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Исполнить последний приказ посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Так он хотел, чтобы тот сам Абу Бакр... В этом и абсурд. В этом весь абсурд. Сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, создал это войско, чтобы этих людей отдалить, в том числе и его самого отдалить от Медины. Почему они не ушли из Медины? Почему они не пошли на войну? Потому что они знали, с какой целью его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, собрал их в это войско и отправляет за пределы Медины. Чтобы этого не произошло, чтобы этой присяги, этой порочной присяги не произошло. Чтобы этого не произошло, чтобы такого не произошло, он хотел их отправить подальше, от города, от Медины, от центра мусульманского мира. Чтобы процесс был плавным и спокойным, бесконфликтным и без каких-либо вот таких курьезов, вот таких ситуаций, вот таких обстоятельств. А они остались, они там остались. То есть посланник Аллаха еще при жизни прилагал все усилия для того, чтобы предотвратить, да? Совершенно верно. И вопрос здесь возникает в том, некоторые люди и некоторые из них говорят, что сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, завещал после себя, что халифом должен быть именно этот человек. Если он так по-настоящему, это было, если это правда, то почему же он высылал его из города? Почему он ему приказал покинуть Медину последние дни своей жизни, когда он находился в тяжелой ситуации? Обратите внимание, когда Аиша описывает состояние его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он говорит, что он ходить не мог. Он не мог ходить. Его однажды пришлось перенести в мечеть. Его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, это также отдельная история, нужно его также обсуждать. Очень важная история. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, был в тяжелом состоянии, при болезни, и наступило время молитвы, его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал, чтобы молитву возглавлял его светлость Али бин Аби Талиб, алейхиссалату вассалам. Но Аиша пришла к людям и сказала, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что молитву должен возглавлять Абу Бакр. То есть она переиначила слова его светлость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и наговорила на него. Оболгала его, что он говорит якобы, что молитву должен возглавить Абу Бакр. И по-настоящему молитву возглавил Абу Бакр по завещанию Аиши.
по приказу Аиши. Люди поставили его впереди. И когда это дошло до его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он очень и очень сильно разозлился. И приказал, чтобы его перенесли в мечеть, чтобы он мог выступить перед людьми. И обратите внимание, Аиша говорит, что его волокли двое людей. Аббас и некий человек. Неким человеком был его сын Али ибн Абу Талиб, алейхиссалям. Опять же, не указывается. Но Аиша не произносит его имя, да, по определенным причинам своим, субъективным. То есть, будучи в страшнейшем, в тяжелейшем состоянии, то есть человек не может двигаться, а его волокут, то есть взяли его и ноги волокут по земле. И приволокли его, его святость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в мечеть, и он встал перед Абу Бакром. Встал на молитву перед Абу Бакром. Это действительно является признанным фактом. Все признают. Все признают. Но они как говорят? Они говорят, что он сам назначил, то есть они признают, что Аиша эту историю всю, как бы, всю эту историю начала сама. Они говорят, что он сам, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, имамом назначил молитвы Абу Бакра, а потом зачем-то пришел и встал перед Абу Бакром и возглавил молитву. И они говорят, что он был имамом, ему иктида, то есть за ним намаз читал Абу Бакр, а все люди читали за Абу Бакром. Ну, какая-то странная очень история. Да, действительно. Но ситуация была именно таковой. То есть шла последние дни жизни его святости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, шла вот такая жесточайшая борьба. И его святость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, несмотря на свое, на самое тяжелое свое состояние, вел эту борьбу. И зная, что он находится в таком тяжелейшем состоянии, он зачем он поручил и приказал Абу Бакру покинуть Медину, если он хотел, чтобы после него правителем и халифом мусульман стал именно он. Почему? Это же логичный, простой, самый элементарный вопрос. Здесь не нужно быть гением, здесь не нужно быть сверходаренным человеком, чтобы вот над таким вопросом размышлять. Верно? Это же элементарные вещи. Если он хотел, чтобы он стал халифом, почему он так настойчиво хотел, чтобы они покинули Медину? Ведь они же не покинули Медину, верно? Нет. Покинули Медину? Нет, они не покинули Медину. Несмотря на приказы посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, они остались в Медине. Ничего же такого не произошло. Ничего такого глобального, страшного не произошло, верно? Да. Так почему же, что такого, какая такая угроза со стороны Византии была, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в срочном порядке создает отряд под руководством Усама ибн Зейда и отправляет этих людей, приказывает уходить из Медины? Что такого? Никакой угрозы не было, совершенно очевидно. То есть вопрос был именно в том, чтобы отдалить этих лицемеров и этих слабых людей, этих неискушенных людей и отправить подальше от Медины, чтобы они не создавали никаких трудностей и никаких сложностей для перехода власти от его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, к Али ибн Абу Талибу, алейхиссалату ва саллям. И поэтому это как бы логичное объяснение, и это совершенно понятно, почему некоторые мухаджиры возмутились тому, что люди начали присягать Абу Бакру. То есть для них это было своего рода шоком. Почему так? Как так произошло? Это с одной стороны. То есть один факт и один важный момент – это то, что люди собрались, некоторые мухаджиры, они были против. И они собрались именно в доме ее святости Фатимы Заһра, саламу алейха. То есть это был центр оппозиции, центр сопротивления лицемерию. Центр сопротивления этой тьме лицемерия, которую навязывали, уже первые шаги были, самые первые шаги по навязыванию этой тьмы лицемерия мусульманскому миру. И центром сопротивления для этого, как мы видим из преданий, был именно дом ее святости Фатимы Захры, саламу алейха. И узнав об этом, мы, как выяснили, они отправили целый отряд. Да, вот что, например, пишет об этом Ибн Абдурабби аль-Андалуси в своей книге «Агдуль Фарид». «Аль-Агдуль Фарид». Он говорит в числе, это его слова уже, это его выводы точнее, это не предание. Это тот вывод, к которому он пришел, изучив историю. То есть это намного надежнее, чем просто передавать предание. Когда, почему? Потому что когда ученый передает предание, он может признать это предание достоверным или может не признать.
А когда ученый рассказывает какую-либо историю, то есть он разъясняет историю, это уже говорит о том, что он признает эту историю достоверной, ибо, ибо смысла нет в том, чтобы его рассказывать. Так вот, Ибн Абдур-Рабби Аль-Андалуси в своей книге «Аль-Акдуль-Фарид», рассказывая о тех людях, которые отказались присягать этому человеку, первому халифу, отказались ему присягать, он говорит: «Алийун, Валь-Аббас, Вазубейр», он перечисляет, что это была его связь с Али ибн Абу Талиб, дядя пророка, Аббас, Зубейр, Саад ибн Убада, он перечисляет этих людей. «Фаамма Али», он говорит, «Фаамма Али, Валь-Аббас, Вазубейр, фа-ка-аду фи бейти Фатима». Что касается Али, Аббаса и Зубейра, то они собрались в доме Фатимы. «Хатта ба'аса илейхим Абу Бакр Умар ибн Аль-Хаттаб». Лиюхриджу мин бейти Фатима. Они собрались в доме Фатимы до тех пор, пока Абу Бакр не отправил к ним Умара ибн Аль-Хаттаба, чтобы тот вывел их из этого дома. Из дома ее светлости Фатимы Захры, саламу алейха. Вакаля лаху ин аба факатильхум. И Абу Бакр Умару дал поручение: если они откажутся выйти из этого дома, фа-катильхум, сражайся с ними. Сражайся с ними. Фа-акбала би-кабаси мин-нар. И отправился Умар к этому дому с огнем в руке. Би-кабаси мин-нар, вместе с огнем. Аля ан юдаррима алейхим ад-дар. Чтобы сжечь этот дом. С огнем отправился зачем? Чтобы сжечь этот дом. То есть у нее Ибн Абдур-Рабби говорит, что у Умара ибн Хаттаб уже изначально, когда он взял с собой днем огонь, было не для того, чтобы освещать себе путь и дорогу, а для того, чтобы сжечь. Это очевидно. Зачем, зачем тебе днем огонь? Зачем днем ходить с огнем? Чтобы сжечь что-то. Да. То есть он фалакитуху. Фатима факалат. И он встретился с Фатимой, то есть она вышла к нему. Факалат ябна аль-Хаттаб. О, сын Хаттаба, аджиэта ли тухаррика дарена? Ты пришел, чтобы сжечь наш дом? Он сказал: наам. Каля наам, Ибн Абдур-Рабби пишет. Он сказал: ау тадхулу фима дахалат фихи л-умма. Или я сожгу этот дом, или вы войдете туда, куда вошла умма, исламская, мусульманская умма, то есть имеется в виду в присягу. То есть, другими словами, или я сожгу этот дом, или вы присягнете. То есть мы видим здесь опять-таки, что мы здесь наблюдаем? Наблюдаем угрозу сжечь дом ее светлости Фатима Заграс, саламу алейха. И в других книгах также Вансабу Ашраф Аль-Балазури пишет, что Абу Бакр арсала иля алийен юриду аль-байа, что Абу Бакр отправил людей к его светлости ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, чтобы они взяли у него присягу. Фалам юбайи. Но он отказался присягать. Фаджаа Умар ва маахуу фатила. И тогда пришел Умар, и у него в руках был огонь. Кстати, они приходили несколько раз. То есть мы так рассказываем, как будто это был один раз. То есть это было несколько раз. Несколько раз. Они приходили, уходили, то есть пытались что-то сделать с этими людьми, собравшимися в доме ее светлости Фатима Тазахра, саламу алейха, хотели как-то их принудить к присяге. Поэтому это было, в преданиях, конечно, как бы это не сразу заметно, не с первого взгляда заметно, что это разные случаи, но иногда, то есть в разных хадисах иногда говорится о разных обстоятельствах, о разных ситуациях. То есть он пришел, фаджа Умар, Умар пришел, вама аху фатиля. И он, у него был с собой факел. Фаталякатху Фатима аль-Альбаб. И вышла к нему у двери ее светлость Фатима аль-Захра, саламу алейха. И обратите внимание, выходит не Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам. Здесь также у телезрителей может возникнуть вопрос, почему именно не Али ибн Абу Талиб. Мы этот момент разъясняли. Это было, то есть, противодействие и борьба с этими лицемерами была ее... именно ее обязанностью, ее миссией, миссией ее светлости Фатима Тазахра, саламу алейха, не миссией Али ибн Абу Талиба, алейхиссалату вассалам. Именно поэтому, то есть первый
человек, который восстал против этого, против этой тьмы лицемерия, против этих лицемеров, первый человек, который поднял против них борьбу и сопротивление, это была ее святость Фатима, это Захра, саламу алейха. И то, что они собрались в ее доме, чтобы никто никогда в истории не сказал, что Фатима Захра, саламу алейха, была здесь ни при чем. Они просто собрались в ее доме, чтобы не говорили так, что она здесь ни при чем, она не солидарна с ними, но они у них дом, у нее дома. Нет, она выходит сама, она говорит, это моя инициатива, это моя борьба, это не их борьба. Они со мной, не я с ними. Сражаясь в этой беспощадной битве, в этом беспощадном сражении. То есть я являюсь вашим важнейшим и первейшим противником. Вы, то есть я первый ваш оппозиционер, ваш первый противник, не они. И поэтому выходит сама фаталакат Фатима аль-Альбаб. И Умар ибн аль-Хаттаб столкнулся именно с ее светлостью Фатима аз-Захра, саламу алейха, у двери дома. Факалят Фатима, и тогда ее светлость Фатима аз-Захра, саламу алейха, обратилась к нему, ибн аль-Хаттаб, «Атураке мухарриқан алейя баби, ты хочешь сжечь мой дом?» Каля наам, сказал да, это Ансаб аль-Ашраф, Бел-Азури. Он сказал да, я хочу сжечь твой дом. Вадалики аква фи маджаа бихи абук. И это то есть сожжение твоего дома, это то, что укрепит религию твоего отца. Вадалики аква фи маджаа бихи абук. То есть это, как говорит священный Коран, они творят нечестие, но говорят, что мы являемся муслихун, теми, кто наоборот возводит, совершает благодеяние. Мы наоборот улучшаем этот мир. Тоже с этим намерением пришел сжечь дом Фатимы, Захры, саламу алейха, думает, что вадалик аква фи маджаа бихи абук, что это укрепит религию именно посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Или же Табари в своем тарихе, Табари в своем тарихе говорит: «Ата Умару ибн аль-Хаттаб манзила Али ва фии Тальха ва Зубейр ва риджалу мин аль-Мухаджирин». Что Умар пришел к дому Али ибн Аби Талиб, то есть к дому ее светлости Фатима аз-Захра, саламу алейха, и в этом доме были Тальха, Зубейр и группа из мухаджиров. «Риджалу мин аль-Мухаджирин». «Факаля валлахи ла ахриканна алейкум». И Умар ибн аль-Хаттаб, обращаясь к этим людям, сказал, что клянусь Аллахом, я сожгу этот дом вместе с вами. «Ау ла тахруджунна иля аль-бей'а». Я сожгу этот дом вместе с вами, или же вы выйдете и присягнете. То есть «Фахариджа алейхи Зубейр мусаллатан биссейф». И тогда вышел к ним Зубейр вместе с мечом. И далее говорится о том, что они забрали этот меч, разбили его и так далее. Или в Маджма Узавайт рассказывается история, приводится предание из Маджма Узавайт Хейсами, Нуруддина Хейсами, согласно которому первый халиф, подобно фараону, который, умирая, принял единобожие, он также, умирая перед смертью, принес три покаяния. Это говорится в Маджма Узавайт. Три покаяния. Он в трех вещах каялся перед смертью. Какие это вещи были? Важна третья вещь. Остальные вещи мы не будем трогать. Третья вещь. «Амма саласу лати вуди'ту анни лам аф'альхунна». Ну а третья вещь, Абу-Бакр говорит, третья вещь, о которой я жалею и хотел бы, чтобы этого не произошло, вещь, которую я не хотел бы, чтобы я делал сейчас. «Фавадатту анни лам акун кашафту бейта Фатима ва тарактуху». То я мечтаю, чтобы в прошлом, я желаю, чтобы в прошлом я не вскрывал дом Фатима, саламу алейха, и оставил этот дом в покое. Чтобы не скрывал, не вскрывал дом Фатимы и оставил дом ее светлости Фатимы Захры, саламу алейха, в покое.
То есть, опять-таки, этих преданий огромное множество, и они, вне всякого сомнения, надежные и достоверные. То есть, здесь нет никаких сомнений, потому что слишком много сообщений об этом от разных передатчиков по разным путям передачи. То есть, они, как минимум, угроза сжечь дом ее светлости Фатимы Заһры, саламуллаху алейха, мы четко, ясно наблюдаем. То есть, центр сопротивления – это дом ее светлости Фатимы Заһры, саламуллаху алейха, а это партия лицемерия, партия тьмы, она вообще беспощадна. И мы переводили эти предания, но мы не совсем точно это перевели, потому что во всех этих преданиях говорилось о том, что сжечь вместе с ними. Литухаррика турака, литухаррика баби алейя, алейя баби. Что это значит? Это значит вместе со мной сжечь. То есть алейхим, алейя, алейкум и так далее. То есть это все говорит о том, что он собирался сжечь дом вместе с вами. То есть или я сожгу этот дом вместе с вами. Это беспощадности говорится. Это говорится о том, что никаких компромиссов они для себя не видели. Никакой возможности пойти на компромисс и отступить. То есть они были совершенно тверды в своем намерении навязать свою власть и свою тьму всему мусульманскому миру, несмотря на то, кто им противостоял. И о том, что вообще говорится об этом доме, иншаллах, мы, я думаю, что поговорим о том, что говорится в преданиях и в хадисах о доме ее светлости Фатимы Захры, саламуллаху алейха. Мы, иншаллах, поговорим в будущем. Начнем с этого вопроса. Шейх Курбан, благодарю вас. То, что происходило Спасибо дальше, вам. Мы с вами поговорим на следующей передаче. Уважаемые телезрители, на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Ассаляму алейкум.